эту силу духа русского? Как же возвратить реально? Сначала бросить пить. Потому что никакого отношения к русской культуре это не имеет. Потом встречься под горшок. Рубахи на выпуск, лапти. Ну, мы уже забыли, что такое русская культура. Остались только в лапти, там, стрижка под горшок, рубаха расшита, сарафан, кокошник. Это внешние атрибуты. Дух — совсем другое. Значит, только русский дух непримиримый, пока не найдет истину. Не успокоится, пока не дает истину. Он уже все перепробовал. И капитализм, и коммунизм, и все уже сверкнут, и снова ищет, и не устает. И уже и споили этот народ до основания, и все равно он не устает, продолжает искать. В России будущее, говорят поэтому. Это дух неукротимый просто. Именно дух неукротимый. Так вот, давайте же искать, если мы русские. Давайте найдем, наконец, если мы русские. Только русский может на голову чего-то искать, понимаете? На авось причем. Коммунизм на авось получится, и пошли туда. Ба-бах, не получилось. Кто же знал? Ну ладно, развернемся в другую сторону. Туда пойдем теперь. Страна крайности таких. Но с другой стороны, это и хорошо, что мы можем так, сломя голову, в правильном направлении пойти наконец. И наконец, обрести то свое былое могущество, а русское от нас никуда не уйдет, понимаете? Это наша природа. Главное — найти истину. Найти Бога в сердце, вот что важно. Остальное автоматически возродится. Великая русская культура, арийская культура в прошлом, физическая культура в прошлом, великая культура, наследие великое. Мы видим, что многие страны и культуры имеют это великое наследие, а сейчас кто мы? Пьяницы, что ли? Или кто еще? Как сказать? Нам должно быть стыдно за эту культуру. Давайте найдем истину, наконец, внутри себя. И тогда наша гордость будет истинная, не ложная. Какой толк считаться русским, если мы ничего не можем сделать хорошего в этом мире?